Если вы хотите поиграть во что-то кроме Доты, то рекомендую вам покупать игры в моем личном магазине, магазин Милорда. Здесь есть все новинки и хиты по очень низким ценам, а в рандом кейсах всегда выпадают игры дороже, чем стоил сам кейс. Это я вам гарантирую. Также в разделе аккаунта вы можете приобрести игру раз в 10 дешевле, чем в Стиме. Но еще вы получаете от меня хороший подарок за любую покупку в моем магазине. Добавляйте закладки в мой магазин и затаривайтесь играми там. Сэкономите кучу денег. Ссылочка будет в описании. За дело берется мясник. Ну что, дабл мид? Что это за набор? Хук вкачал. Дабл мид, сейчас встанем. Был бы я еще как тренд. Стоял бы просто в инвизе и экспу нюхал. До 20 минуты ничего не покупать. Но хотя бы книгу можно купить. Да, ты соло, чувак, у нас дабл мид. Будешь как хвост. 2013. Эх, грустно как-то. Ну это макака, ему пихуй просто. У него... У него моделька меньше, поэтому он выходит оттуда на похуях. Ой, сейчас будет больно. Я, короче, знаете, я не буду крипов забирать, я буду их дынать. Вот этих вот крипов я буду дынать. На, он их портит. Ну что делаешь? Я помогаю. Уйди. На что ты меня обрекаешь, богатырь? Делаешь. Короче, у нас худшего и нет. Я просто на миду должен стоять, чувак. Да. Я могу макаку просто гонять, что он вообще ничего не сделает. Так, а где отличная информация про мой хук? Ты там это фарми, я просто экспонатор. Да не порт крипов, а фарми, говорю. Мы точно не выиграем. Ренджей это мое. Макака тоже ничего не фармит, так что нормально. Нормально, все нормально. А ну верни крипов. Слышь. На меня. Аграгор. Зачем ты у меня опыт стилишь? Ты понимаешь, что он левелом выше будет из-за этого? А он не фармит. Все нормально. Все по плану. У меня 4 ласхита. Я сильно могучий буч. Он просто боится подходить. Ну верни крипа. Во, все, крипа испортил. Видишь, все хорошо. Все, еще одного добил. Еще и чат не работает. Да, кстати, у меня мут. Я не могу сказать людям, что типа чал. Можешь уйти с этой линии, пожалуйста? Не могу ответить. Я топот на добивание работаю, чел. Ты свое делай. Как бы я тут это. Могу отводики попилить. Вон, смотри, сейчас вот запилю. Посмотри, какой полезный. Вроде пикать можно? Да, кажется, еще через репорт сейчас прилетит. Я подвижку буду добивать. Он не понимает, типа, почему он добивает крипов, но не трогает крипов красных, типа, what the fuck? Норм тебя. Ты да, весело. Зачем ты тут стоишь? Давай. Я помогаю ласхитить, ты не понимаешь. Это все по плану. Сам себе крипа испортил. Макак вообще не фармит. Ну, одного добил, ладно. Не успею еще отвод сделать. Тупо на ДНА я работаю.
Кстати, идейка для челленджа для это другим людям, что в игре нужно делать только деная. Как он такое? Хотя был такой челлендж вроде. Хорош, молодец. Блин. Хука вот нет, я б хукнул. А, у него ботл, блин, вот сейчас, конечно, да, сейчас руинер. Как бы бан, это плюс бан. На меня пусть бьет, меня. Я пойду рунки соберу, чтобы полезно быть. По-моему, Раста за руны пошел. Но я хокну руны, если что. Не надо хокать, хорошо. Кстати, да, можно реально сделать пестак, вот через мака собрать. Хоть какое-то бабло будет. Спасибо за идейку, точно. Иначе будет этим заняться. Ну как бы я для химика пользу принес, я два богатства собрал. Уходи, понял? А зачем ты сюда приходишь? Вам норм то, что у вас руи не пушит? Я у тебя ни единого крипа не забрал. Во! Что сразу руинер? Нормально все. Могу даже глаз подарить, если хочешь. Смотри, вот хоп, глаз купил. Все, везу. Вон там ликвидатор вообще двойное убийство совершает. Все ж прекрасно. А я аж один с ДНС сдал. Иду на рекорд. Так, что-то я обосрался немного. Френжа нельзя отдавать. Две тычки френжа. Нельзя. Шестой, я четвертый, красава. А он не фармит. Ты не забывай вот это вот. Его левел ничего не даст. А что у него по фарму? Видите его фарм? Даже при таком руине я все равно, типа, хоть что-то могу делать. Я бы его уже раза три убил, если бы тебя сейчас не было на этой линии. Ну, сори, я обречен на репорты, это моя участь. Вот, я тебе отводики пилю. Хотя нет, с этой пачкой не получится запилить. Я тебе книжку подарю, хочешь? Я бы реально книжку подарю, чтобы он так не ныл. Я куплю и в него засуну. Просто человек класс хит. Рейндж мешается. Прямо перед носиком забил. Черт. Ой, плохо, плохо. А, не продавай, не продавай меня. Убьет же, убьет прям под тавром. Просто добил крипа хуком, лол. Хотя бы выхука его попробуй. Эй! Не, не добил. Вот что у него за фарм? Он вторую маску все взял. Видишь, мы команда, мы справляемся с друг другом. Все хорошо. Это тактика. На дагер копишь. Быстро. На дагер берешь, или что? Надо показать, наверное. Что-то. О, да. Дадим ему надежду, знаете? Ай.
Я пойду отдохну немного. Скоро книга будет, надо будет купить и вручить ему, знаете, как вот такой подарок. О, вард поставил тише. Надо проверить. У меня 18 ласхитов. Если брать еще ласхиты Лины, то вообще должно быть больно макаки. Он ничего не нафармил. Если он вард поставил, то где? Уже здесь? Не, я просто оставлю со центры, буду носить. А, ну ладно. Да, я тоже заберу книгу. Ну, конечно, дам, я ж не руинер. Возьми, пожалуйста, дагер, если ты, ну, когда появятся деньги. Смотри, он даже со мной нормально общаться стал. Ух ты. Проблема, проблема, иду. Блин, я далеко. Ну зря ты от меня отошел, это его личный охранник. А он еще тем более с ДД был. Как бы что с ним делать-то, когда у него ДД? Только гребать. Можно подкрасться, не знаю. Ух ты, а что такое наглый? Ну. Надо подловить его на хукчанский, когда Лина пролетает, кабина отлетает. Ух ты. Окей. Надо еще одну центрю купить, сюда поставить. Сюда. Вот сюда. А что там по обсерву? Сколько осталось? Глаза есть? Глаз нету. Надо еще один глаз купить. А, нет, глаз нету тоже. Ты книгу свою скушал? Нет? Что-то душило происходит на меду. Всем село. Все... А, реки диффузан. У нас, оказывается, линия впит. А тут то, что тут четверо, вас не смущает? Что вообще происходит? С тобой никто не стоит? А как жить-то, если там четверо? У него еще ТП когда будет? Макака не сожрется нормально. Террор разве что, но он палкой мне по хлебалу стукнет. Нормально, я полезен. Я очень полезен, я максимально полезен. Да, там диффуз был, я тоже охуел. А это плохо. А он не получил дэмэдж, лол. Нормально. 25 денаев. Надо посмотреть, насколько макака сильно нафармил. Тупо новая стратка на падже. Надо еще сентри закупить. Что это за сет? Почему все странно? Почему Зевс 10-2? Почему 0-5 террор? 10-2. Такой сюр происходит в этой игре. Че там макаки по фарму, смотрите. Джейвин. 13-й минут. Кстати, многовато все равно. Джейвин, погоди, это через что он собирается играть, через Мелшторм? Не успеваю хлопать. Вроде не заблочил. Где настоящий? Ай, ну чел, ты сейчас сам обосрался, как бы. Тут твои полномочия кончаются, не мои. Он, ну он реально сейчас сам обосрался, он реально под хук зашел. А хук летел ровно в Тераблейда. Как, здесь не моя ошибка, это его ошибка.
Причем хук боковой почему-то сработал в Лину. Так бы он пролетел нормально. Ульт? Раньше надо было. Фига себе, даже кого-то убью. Фига, он даже кого-то убил. Фига, там кого-то убить можно? А, блинк. Понял, принял. Не, нет, ничего. Да, кстати, рунки надо собрать. О! Ух, сколько бабла. А, это мой стак зафармил. Чё, здесь у нас глаз нету. Давай еще сюда поставлю. Так, на всякий случай. Еще в лесу сейчас понаставлю вот все 10 центриков, чтобы химик хорошо себя чувствовал. А это по этому глазу что? Что ж так сразу, почему ебалак? Пикать не могу. Ля, пикать! Пикалку сломали! Пик! Пик! Пик, 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 сука! Пик! Я не могу покупать. 20 минут еще не могу покупать. Это челлендж такой. Террор легко шотается. Но он не такой сильный, как ты думаешь. Как 20 минут наступит, я куплю себе хоть какой-то артефакт, будет все хорошо. Плюс у нас химик в команде. Как бы минус хлебал от химика, никто не отменял. Ну вон там чел еще кабину ломает. Вот зараза, когда у тебя еще и мут... Ты еще пикать не можешь. Пинговать, точнее, если так грубо говорить. Ты полегче, я бы сейчас сожрал его. Глаз нет. Так. Ну давай, ломай, ломай. Я типа на подсосе. Ой. За додж. Это был додж Чарджер. Ля, он его убил. Нихуя. Надо еще смотри купить. Там внизу траблы и ТПшки. Ладно, я помогу ручками. Так, а легионка на мне еще легко настакает. Куда лезешь-то? Алло, чел, не надо. Блин. Мана кончилась теперь. Мы еще с такой херней? Нет,
Писю не такой длинный, чтобы дотянуться. Воу-воу-воу, что творят? Аман-то кончился с диффузов. Сейчас, кажется, кабина отлетит. Все, скоро смогу закупаться. Зевс, потому что не всегда может дать под себя кнопку. Но это поэтому я трачусь на Сентри. Там же Рики в команде все-таки. Так, скоро будет 20-й, отлично. Как бы книгу конфискую. Все. Потом делаем так. И ботинок еще надо. Вот, на ботинок сейчас самому натикает. Вон, Рики бегает с диффузами. И счастлив жизнь. Ясно, понятно. Смотрите, сколько остается, видите? 2 голды оставалось до ботинка. Как бы, здрасте. Я знаю, что у них пиксельнее, чем у нас, но мы зашли и спокойно Т3 сломали. Это что тогда значит? Может, Макака задушен был? На линии. Вообще тотально. Мы уже шрайны их ломаем. У Лиги особо ничего нет, 66 дэмэджа. Много, конечно, для комментуя, но все равно, у него барабаны. У Макаки пойдем был шторм какой-нибудь, это ничего не даст. Все, закуп пошел. Теперь я полезен. У меня есть блинкдаггер. Ай. Ну стопни, ну покушать. Это просто карма. Я не успевал. Я сейчас еще сдохну за свою помощь. Злой мог как пришел порядок наводить. Ушел все. Ой, точнее, успел уйти. Ох, меня шотнули, ладно. Так, ну окей. Ботинок готов. А ты представь, насколько было бы им плохо, если бы я фармил в этой игре и мог предметы покупать. Это же совсем дичь. Мы бы уже игру закончили. Ой, почти недобиток. Просто болт хлебало остался. Хорошо, минус 4 просто на ровном месте. Я сейчас, наверное, метеор хаммер буду тарить. Тупый метеор для пуша, чтобы мы спокойно все это дело спушили и закончили. Блин, ботинок собрал не тот, ладно, плевать. Едем. Вот эта регеночка для кого-нибудь нужна, наверное. Там поди у Леги, ой, у Лины диссонанс происходит. Типа, что за хуйня в этой игре происходит? Что за сюр? Блин, не могу вард поставить. Все. Ой. О, еще и дэмэджи привалило челику. Ай, 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 манту верни. Привет, что закупом? Потерялся. Очень странная игра.
Чего там как его фарму? Это все, что он купил за 24 минуты, как бы держу в курсе. Он просто ничего не может сделать. Это был план. Я так и задумывал. Ваш трибут конфискован под рыбкой пивко. Ля. Не, я слишком слаб, чтобы их бить. Я сейчас лучше рунки соберу для химика. Потом метеор соберу. И уже нормально будет. Я бы тоже в шоке был, если ко мне пришел пудж и тупо динайл крипов. Ну, кстати, ботинок отработал свое, он меня отхилял. Приятно. Это я просто сам себя подстраховал. Мало ли прыгал бы чего. Ко мне, походу, даже метеор Хайбера не доедет, что там курьер отменяется по пути. Я эту катку, наверное, полностью выложу. Не буду нарезать ее. Просто людям нравятся полные катки. Вот я ее полную выложу. О, кстати, метеорчик пригодился. Шейкер, да, шейкер молодец, шейкер лайк. Или не лайк, надо тоже накинуть за то, что он не сгорел и в тильт не ушел. То всякое бывает.